Зверобой, зверобой, зверобой в моем сердце. Зачем эти большие дома стоят вокруг меня? Здесь не мой город. В этом городе моя тень превращается в крысу. Она бежит за мной по пятам, и я уже не могу понять, кто я. И это полосатое полотенце висит на втором этаже, как зверобой, который шепчет над моим ухом. Он мне что-то говорит, и я его боюсь. Он зверобой. Зверобой, я зверь. Беги, беги отсюда, беги. Тебя здесь никто не услышит. Здесь только полосатое полотенце висит на втором этаже. Садись на самый первый поезд и уезжай. И зверобой погонится за тобой, но ты уже далеко. Ты уже так далеко, что никому тебя не догнать. И здесь уже давно молятся другим богам, а у тебя только зверобой. Зверобой, я зверь, я зверь, я сейчас еду в этом поезде и зверем смотрю на все. Как странно. Это растение что-то шепчет мне, но я не пойму, что оно мне шепчет. А только понимаю, что мне надо бежать. Кто это бредет по пустыне, не крыса ли? И приближается к этим домам высоким. В каждом доме непременно присутствует второй этаж. На каждом втором этаже полотенце полосатое. Как полосатый ковер самолет, который унесет меня, унесет далеко от этой тени крысы. От стук колес крыса тень превращается в аиста и летит. А где же я? Наверное, я на том экране. На том экране на втором этаже. Совсем рядом с полосатым полотенцем, как странно. Зверобой — это очень громко. Я не